поздравляю вас. Мы создали гимн партии «Единая Россия» и высшие награды. И второй президентский срок Медведева мы выделили. Президентский срок Медведева. Все многотысячные форумы регионы поддержали. Об этом мы создали самый лучший в мире фильм «Газету Сайт». Поздравляем вас. Поздравляем вас. Победа все России, наша Россия, наш президент. Вас это силы правы. Поздравляем вас. Спасибо. Наташа, поздравляю вас, восхищаемся вами. Самый лучший ответ Медведева Путина. Гимн партии «Единая Россия». Медведев поддержали все регионы, мы нашли форумы. Вот самый лучший ответ Медведева Путина и фильм здесь, вот все это вместе для партии «Единая Россия». Наташа, и гимн партии «Единая Россия» написали. Гимн партии «Единая Россия», «Россия, гимн России» и гимн России. Это все недосягаемые рекорды за последние 100 лет. Ничего подобного никто не создавал. Это благодаря Медведевым, Путинам, Грызлову, Володину, Вячеславу и вам. То есть этот фильм «Газеты и партии» — это лидеры и этих лет, и будущих лет в литературе, в живописи, кинематографе, незыблемые, постоянные лидеры в искусстве. Когда Медведев Путин, Наташа, президентом... поэтому мы вас очень просим показать все это по телевидению и аккредитовать нас на важнейшие мероприятия для съемки наших фильмов. Заранее вам благодарны. Просьбы есть. Да, все, и телефоны канадные, газета наша, все адрес. Наташа, поздравляем вас. Вы создали высший кинематографический образ для высших госпремий Медведевым Путиным, Грызлову Володину. Спасибо. Партия «Единая Россия». Наша Россия, наш президент, восхищаемся вашей красотой. Спасибо. Спасибо. Партия «Единая Россия» самая лучшая в мире. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Спасибо вам большое. Да, конечно. Спасибо вам. У меня, смотри, тоже руку пожму. Пожми героя руку, давай. Учить вашу героическую руку. Спасибо. Благодарим вас. Партия «Единая Россия» победит. Поздравляю. Мы за второго президентского срока Медведева. Спасибо. Черсиане говорят, да, второму президентскому сроку Дмитрия Анатольевича Медведева. Черсиане говорят, да, второму президентскому сроку Дмитрия Анатольевича Медведева. Сам прессивный курс Медведева Путина, партия «Единая Россия». Только что нам посчастливилось творческой группе Нестера Метлицким подарить партию «Единая Россия», самые лучшие музыкальные оратории, гимны, посвященные России, партии «Единая Россия», российской армии, второму президенту курсу Дмитрия Медведева, курсу самого прогрессивного передового Медведева Путина, партии «Единая Россия». И самый лучший портрет выдающийся Медведя Путина и фильм «Медведя Путин. Мировые лидеры». Все россияне говорят, да, второму президенту сроку Дмитрия Анатольевича Медведева и Леонидовича Медведева, Мария Владимировна, Катерина Владимировна, вам главный герой. Ордена, медали, всех континентов, всех континентов, России, все фестивали, премии мира, всех государств, славы и честь России, стран континентов принадлежат вам, по правам, по всем номинациям, главным героям России всей планеты. Там яркие звезды мировой политики, литературы, кинематографа, все регионы России поддержали второй группу Медведевских, все дружно со всеми россиянами голосуем за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, за курс самого прогрессивного передового Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимировича Путина, партия «Единая Россия». Только что нам посчастливилось подарить наш фильм, газету, сайт. Гимны, которые мы создали, исполнили России, партии «Единой России», и музыку, слова создали, и исполнили, мы исполнили, создали, и мы в поддержку второго президента даем оценку, что наши музыкальные живописные портреты Медведева Путина являются самыми лучшими в мире. И за последние 100 лет никто лучше ничего не создавал. Во всей мировой культуре. Высшие рекорды благодаря Медведеву Путину, Дмитрию Анатольевичу, Светлане Владимировне, Владимировичу Медведеву, Владимировичу Медведеву, Александру Марию Владимировну, Кирилу Владимировичу Путину, Вячеславу Володину, Борису Вячеславовичу Грызлову, Нарышкину, вам, главному его судейству, патриарху Московскому, Арсению Кириллу Лужкову, наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право, честь. Поздравляем.